А в ходе проведения бизнес-диалога Россия-Китай проект представил президент Power China господин Сун Дуншен, который высоко оценил значение строительства моста через Лену не только для жителей республики и Дальнего Востока. Руководитель компании назвал его мостом дружбы. По словам китайского партнера, он станет связующим звеном между двумя странами, своего рода продолжением нового Великого Шелкового пути. Глава Якутии Егор Борисов добавил, что половину территории Дальневосточного федерального округа занимает республика. Перед регионом сегодня стоит задача повышения транспортной инфраструктуры. Проект обещает стать масштабным. Общая протяженность мостового перехода составит более 21 километра. Мы сегодня продвигаем свой проект, потому что для Якутии создание логистического центра в районе Якутска, когда там соединяются три федеральных дороги, заканчивается строительство железной дороги, работает крупный речной порт, всех соединит воедино. Это для нас очень большая главная задача, которую в ближайшее время надо решить, потому что без этого мы двигаться в решении проблемы досрочного завоза, двигаться в развитии в Центральной Якутии других производств, в частности переработки продукции и так далее, нам будет очень сложно. Поэтому этот проект сегодня прорабатывается. Мы имеем решение правительства Российской Федерации о заключении конституционное соглашение с инвесторами. И в рамках этого ведется очень большая работа. И вот на этом форуме мы как раз одним из них, Power China, компания, которая занимается, уже обсудили ряд вопросов, двигаемся вперед и скоро выйдем с конкретным предложением правительства Российской Федерации. Мы так понимаем, что для реализации любых проектов необходимо, нужно помощи и поддержка, техническая помощь и поддержки местных сам сил. В этом плане я обещаю, что если у нас будет получится с этим контрактом, обязательно будем сам приглашать местных субподрядчиков, компаний, также покупать на месте стройматериалов, воспитание местных сотрудников. Поэтому тут все тесно будем сотрудничать с вашими местными компаниями.